Темпла просто. Ни хрена себе у него армейка, кстати. Болты по 600. Да, я без армага. Лог горит. Да не, взрыв, ребят, успеем. Блин. Не, ну мощно сразу. Народ, но я честно скажу. Что там было? Пылая гневом, Титан наносит на 50% больше урона отряду, черные драконы. Я, короче, ребят, вам так скажу то, что... И куда лучше болт кинуть? Сюда сколько снесет? 4. Девять маны. Болт, стрелка, да, две стрелки по 330. Не, еще болт и откуп. Зачем, ребят, я вроде бы это выигрываю. Ну, если что, откупимся. Вдруг что? Почему не ворвался? Зачем, рано? Кольцо холода, кстати, тоже есть. Я, ребята, я говорю, я по привычке просто. Обычно ты 7 играешь там какими-нибудь архами. В центре выходишь, фармишь все, что видишь. Тут залезли в утоп на минус лицо. Кстати, еле бью. Нормал дым. Нормалды, потащили. Форевы, спасибо огромное за подарочную для шаматы. Спасибо еще. Ну прикольно же, согласитесь. Чедейте. Ну реально прикольно. Но мне тут повезло очень, то что я до центра добежал на последнем муве. Он там на 3 титана кое-как наскреб по помойкам, а ты полстека драконов взял. Так я выходил в центр, у меня было 10 драконов, 11 ЧД я сделал, еще 35 тысяч в кармане. Но у меня сдача была очень жирная.